Ой. Асений, звони. Я вас путаю всех, но вас что там? Заберутся сейчас. Это Арсений, я путаю Аркашку с Арсением. Не фотографируй, не меня только, пожалуйста. Не, мы не фотографируем. Мы ведем видеосъемку. У нас серия видеорепортажей. Туды тебе, растуды, забодай тебе комар. О. А потеплело. Я стараюсь бросить курить. Таблетки есть? Нет, не хочу никаких таблеток. Я, во-первых, бросал, 5 лет не курил, потом опять закурил. Я до армии вообще не курил. Самосад надо. В деревне только. Ну так можно кого-нибудь попросить, привезут. Нет, тетка у меня раньше жива была, царство ей небесное. Она всегда делала самосад. А ты этот нюхательный его на рогожке продают. Ну его нахрен. Терпеть не могу, честно. А жевательный? Тоже? Попадает под язык, что ли? Ну да, который моряки. Не. Если курить, так сигарету закурить. А-а-а. Чем я? Не, моряки жуют. Я знаю, но моряки-то... Ты смотри. Моряки-маньяки. Нет. Лучше... Вот что-то тащит, сперли. Че, брут? Сперли эту плитку висит. Какую? Плитку обыкновенную. Мне тоже надо, может, мне тоже привезут. Не, они покупают. Они здесь какую-то квартиру делают, плитку. Ну, половую плитку. Вот они сюда постоянно возят. А, они где-то покупают? Где-то там не магазин, а с рук где-то здесь. Ну, с рук или с рапи, как назвать. Ну, в общем. Ну ты узнай, может, что хорошая цена. Ну, я бы тоже взял. Они только приехали, я еще с ними особо не общаюсь. Не, надо узнать, у есть хорошая цена. Мне тоже ванна туалет. Не знаю, вроде. Ну да, они вот. Я бы взял. Они делают. На ванну туалет. Они не в магазине покупают, а ну, где-то с рук цена. Железная дорога здесь где-то. Они там. Да, ну как, где? Вон там это. Ну да. Товарная. Вот. Нет, я знаю. Я с внуком туда хожу гулять. Ну не будем места рассекречивать. Да. Правильно. Там вот сидит спортивный комплекс. Да. Вот там они привозят, ребятам сдают. Ага. Ну, между нами, Сереж, говоря. Ага. Сдают я охранникам, нахуй. Охранники потом перепродают. Слушай, ну мне надо, ты узнай. Плитка нужна. Я еще с ними. Давай. Нужна? Тебе тоже нужна, я, да? Я туалет. Нет, больше не нужна. Не, мне надо. Мне на стену, на пол, все как надо. Хорошо. Узнаю. Угу. Ну не обещаю, я через Олегу скажу тогда. Да. Я еще с ними не познакомился. Ну ничего. Они да. Но если видишь, постоянно носят, значит у них постоянно. Там все налажено. Да. Пускай. Поэтому ты говоришь, что. А ты там спроси оптовую цену, если вдруг они на каждый день подпишутся возить. Поскольку они возят, но они, я смотрю, это. С тележечкой. С тележечкой и пыльные нам. Ну подъезд, нормально, потихоньку. Я говорю, а что это вы это? А эту плитку мы возим, да? Ну я еще так не приспособился. А так мне тогда, ребята, у меня же моей сестры муж, Шурин называется, да, считается. Он у меня сроки работал, он мне тогда подогнал плиточку. Я все отделал, в туалете, в ванной все сделал. Так что. Да. Сейчас приду. Иду.